Михаил Гизарамович. Сюда встаньте, сюда. Число, месяц, год рождения. Ну, я смотрю, первый раз в саду смотрю. Здесь в какой цели находитесь? В Москве? Ну, вот именно вот здесь, в переходе в этом. В переходе нахожусь. Ну, встречались здесь с кем-то? Нет. Просто гуляли? Да. Ранее судимы? Юридически не судимы. Понятно, уроженец? Грузия. На территории Москвы, Московской области давно находитесь? Нет. Сколько примерно? Недавно. Недавно, понятно. Вором в законе являетесь? Говорят, являюсь, вот и не отказываюсь. Документы есть у вас с собой? Давайте сюда с собой. Ни прав, ни паспорт, ничего нету? Запрещенное присесть что-нибудь есть?